Старина, ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тоня шепчет, это он. Стала ласковой и кроткой, ходит легкой походкой, по утрам поет, как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается чуть свет, говорит, пора влюбиться, мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощекий, Петя ростом маловат. Вот Алеша, славный малый, я в него влюблюсь, пожалуй. Повторяют класс по карте, где ж ты ж, где Енисей? А влюбленная на парте нежно шепчет Алексей. Алекс смотрит огорченно, что ей нужно от меня. Всем известно, что девчонок он боится как огня. Он понять ее не в силах, то она глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему, любя. Алик вышел из себя, поступил он с ней жестоко, отлупил после урока. Так вот с первого свидания начинается.